отдельная история. История с первым символическим ударом по мячу. Ну а в случае с Суперкубком это всегда выделяется отдельно. Очень добрая, очень светлая история. Серафима Попова, подопечная фонда «Футболка дарит жизнь». Девочка, которая перенесла трансплантацию печени, пошла во второй класс. Любит читать, рисовать, гулять, играть с собакой. Ее любимый игрок Игорь Кенфеев. Вот она сейчас отправляется к центральному кругу вместе с Александрой Корчагиной, амбассадором фонда, пятикратной чемпионкой Кубка мира по художественной гимнастике.